Доброе утро вам, дорогие мои друзья, и хорошего настроения. А за окном, друзья, вот такая сегодня погода. Вот такая погода у нас сегодня, друзья, но поливать надо. На дачу сейчас собираюсь. Встретимся, друзья, на даче. Дома сталинки. Это старинный квартал у нас здесь. Дома купеческие, зажиточных оренбуржцев. 19 века конца. Через 200 метров поверните направо. Затем поверните направо. Пионы у меня уже отцвели, кусты. Вот такое соцветие на одной ветке. Смотрите, вот одна ветка идет. Вот одна веточка и три цветка. Такой сорт. Я их обрезала. Вот так. Подпушила. До следующего года. Пионы вот так все подстригла. Вербейник тоже отцветает. Вот. Чего же, весна была жаркая. Весь май жара стояла. Вот этот куст у меня тоже уже последние цветочки, считай. Лилейники еще вот начали более-менее цвести. Посадила бархатцы. Вот этот розовый куст весь отцветает. Все отцветает. Как вырос бамбук. Вот такие ромашки у нас.
яркое солнце. Дачный вариант, друзья. Друзья, колбаски гриль готовим на сковороде. Все в походных условиях. Картошечка пластиком. Друзья, едем по улице, старый город это. Улица Максима Горького. Будем проезжать летное училище сейчас, где учился Юрий Алексеевич Гагарин. Вот это здание КПП. Сейчас в этом здании находится кадетский корпус. Впереди, друзья, Газпром, здание Газпрома. Вот это огромное здание стеклянное Газпрома, дворец, газовик. Стейки. Я их отбила, посмотрите. Вот такие говядина. Сейчас сделаю жульен. Яйцо, 3 ложки панировочных сухарей. Добавили 3 ложки столовой молока. Сковородочка Тефаль у нас нагревается. Опустили, друзья, наш стейк в яично-молочную смесь. Затем, друзья, панировочные сухари. И переносим на сковороду. Жарим наши стейки по 3 минутки с каждой стороны. 3 минутки прошло, и мы с вами переворачиваем наши стейки. Посмотрите, какие они. Наши готовые стейки. По 3-5 минуток и стейки из говядины готов. И салатик мы нарезали. Вот такой гарнир, друзья, у нас получился. Рис в сочетании с кукурузой. Замечательный стейк. Приятного аппетита. Друзья, какой закат!